Ну что, Егор, так представлял себе площадку? Я представлял ее даже немножечко похуже, но мои ожидания вообще... Я такого даже не мог себе представить, что здесь, на этом месте, будет такая крутая площадка. Жив-здоров, не ушибся? Нет. Именно на этом месте новая воркаут-площадка появилась благодаря Егору. 11-летний эко-активист уже успел прославиться на всю страну. Он просил президента об очистных на Байкале, а еще организуют субботники здесь, на набережной. После того, как это место очистили, сразу возникла идея создать на этом месте такой центр притяжения, молодежный центр притяжения. И первый шаг – это вот постройка воркаут-площадки, куда могут приходить и совсем юные наши горожане, и горожане возрастные, чтобы пройтись, прогуляться, подышать свежим воздухом. Реализовывалась воркаут-площадка на средства народного бюджета. Замечательный проект. Уже 2 года подряд в рамках проекта «Народный бюджет» горожане сами выбирают, какие территории нужно преобразить. Отдать свой голос можно будет и в текущем 2022. Во время выборов главы республики на избирательных участках будут работать волонтеры, которые помогут с этим. На эту площадку потратили 1 миллион. И вот на этот миллион мы благоустроили этот участок, построили спортивный комплекс. И, кроме того, здесь было полностью заменено все освещение. Разноуровневый турник, брусья, 2 теннисных стола. Территорию площадки оградили деревянными пеньками и отсыпали мульчой. В планах построить тут большой парк для отдыха и спорта. Вот сейчас в голосовании народного бюджета у нас включены 3 пункта. Один из них – это как раз памп-трек для тренировки ребятишек. Это вот на вот здесь на небольшой трек на этой площадке. И трек для движения уже спортсменов. Ну, мы хотели бы вообще сделать вот вокруг вот этого воркаут-комплекса, сделать дорожку и, возможно, даже построить небольшой трамплин для прыжков. Если горожане поддержат идею, то Егор станет еще на шаг ближе к своей цели. Я хочу до конца эту набережную сделать лучшей, чтобы здесь даже было не то, что не страшно ходить, чтобы сюда люди думали, так, куда нам сходить на прогулку? А, точно, набережная же есть недалеко. Если говорить о более глобальных планах, то в городской администрации намерены убрать следственный изолятор из центра города. Ему не место у набережной, а на освободившейся территории построить новый жилой комплекс. Ася Касьянова, Жаргал Цариндашиев, Новости дня.